Всем привет, дорогие зрители и уважаемые подписчики канала Underworld. С вами Steppenwolf, его ведущий. И сегодня в меню у нас руфинг. Руфинг сотовой вышки, которая находится сейчас за моей спиной. Собственно, это то самое место, точнее, недалеко от того места, где в свое время была сделана панорама для заставки нашего канала. Ну и сейчас приступаем. Ну вот я и на вершине. Отсюда открываются замечательные виды на город. Единственное, это конструкция раскачивается под ногами настолько ощутимо, что становится не совсем комфортно. Тут вот проходит железная дорога. Это промзона. И вдали там виднеется новая московская высотка, которая называется Триумф Палас. И расположена она у метро Аэропорт. Это комплекс высотных зданий на Беговой. И слева видна Останкинская башня. Ну, собственно, комплекс зданий Москва-Сити. Покажу немножечко сейчас, что есть на этой вышке. Здесь вот раньше проходила железная дорога пути, и это тут находилось освещение железнодорожных путей. Осталась проводка такая вот с изоляцией, с изоляторами. И проводка для сотовый контент. Ну вот такой вот замечательный вид за моей спиной открывается. Я сейчас нахожусь на высоте где-то, наверное, около 80-100 метров. За мной отлично просматривается Москва-Сити. Достает, конечно, немного ветер. Сейчас еще немного фотосъемки и буду спускаться. Конструкция, конечно, шатается просто зверски. Блин, как же я все-таки боюсь высоты, а? Ёлки зеленые. Ну, сейчас надо отсюда спускаться. Пора.